К детям звезд всегда приковано пристальное внимание журналистов и поклонников. Звездных наследников всегда сравнивают со знаменитыми мамами и папами, также стараются узнать какие-то скандалы, связанные с ними. У эпатажной и роскошной эстрадной певицы Маши Распутиной две дочери. Младшую зовут Мария. Этот ребенок от второго супруга Распутина, известного бизнесмена Захарова, назвали дочь в честь псевдонима, под которым выступает артистка. У Маши Распутиной есть еще одна дочь Лидия, с отцом которой певица состояла в гражданском браке. Свои отношения они так и не узаконили, так как супруг не отличался верностью. Несмотря на то, что гражданский муж превратил Аллу в Машу Распутину и сделал из нее знаменитую на всю страну певицу, артистка не любит о нем вспоминать. Возможно, есть еще что-то такое, о чем ей не хочется даже и говорить. О старшей дочери Распутина известная многое певица не раз становилась участницей программ, посвященных ее отношениям с дочерью. Известно, что мать и дочь так и не смогли найти общий язык. Зато о младшей дочери Марии известно не так и много. Родители всячески стараются уберечь ее от навязчивых журналистов. В прессу просочилась информация о том, что Мария решила стать журналистом и поступила в МГИМО. Точнее будет сказать, что это родители выбрали ей будущую профессию. Послушная дочь поступила в то учебное заведение и на ту специальность, куда ей сказала мама и папа. Мария, в отличие от матери, выделяется скромностью и застенчивостью. Девушка симпатичная, одета со вкусом, но сдержана. По всему видно, что Мария Распутина хорошо воспитана.